Всем привет, дорогие мои друзья! Сегодня на обед приготовлю гречку с баклажанами. Еще этот рецепт называют гречка по-бакински. Получается вкусный и полезный гарнир, который можно подать к мясу и даже как отдельное блюдо. Я уверена, вам этот рецепт точно понравится. В первую очередь нужно приготовить овощи. Первым делом нарезаю лук мелким кубиком. Гречку сегодня буду тушить в сотейнике. Вы можете взять любую посуду с толстым дном или приготовить в мультиварке. В сотейник наливаю совсем немного растительного масла и пассирую лук на среднем огне. Помидоры нарезаю небольшим кубиком. У меня сегодня один крупный помидор. Ну а если у вас небольшие помидоры, тогда берите два. Сладкий перец режу небольшой соломкой. И когда лук станет мягкий и прозрачный, добавляю помидоры и перец. Все хорошо перемешиваю и тушу под крышкой. Затем нарезаю баклажан небольшим кубиком и сразу же отправляю в сотейник. Овощи тушу под крышкой до мягкости баклажан. И чтобы в процессе тушения овощи не подгорели, добавляю еще немного воды. В готовые овощи добавляю соль и приправы. В блюдо с овощами мне очень нравится добавлять приправу хмели-сунели и сушеную паприку. Вы, конечно же, можете добавить любую приправу по своему вкусу. Все хорошо перемешиваю, равномерно распределяю и сверху на овощи высыпаю гречку. Гречку я уже предварительно промыла. Равномерно ее распределяю, но не перемешиваю. Добавляю воду. У меня 1 стакан гречки, я добавляю 2 стакана воды. Довожу все до кипения и тушу под крышкой на маленьком огне до готовности. В процессе тушения ничего не перемешиваю. И только когда гречка приготовится и станет мягкой, тогда можно все перемешать. Обязательно пробую на соль и еще пару минут тушу под крышкой. Затем выключаю плиту, перчу по вкусу, добавляю свежую зелень, у меня петрушка. Даю еще немного настояться под крышкой и можно подавать на стол. Гречка с баклажанами – это просто объедение. Рассыпчатое, сочное, а баклажаны просто тают во рту. Это в самом деле очень вкусно. К такому гарниру даже мяса не надо. Можно есть как самостоятельное блюдо. Я совсем недавно начала готовить гречку по-бакински и осталась в восторге от этого блюда. И вам рекомендую, обязательно попробуйте. Ну а если вам также понравился мой рецепт, обязательно поставьте лайк. Поделитесь этим видео со своими друзьями, для меня это будет самая лучшая награда. Ну а я желаю вам приятного аппетита и до скорых встреч!